Светофор под ногами появился на углу Дерибасовской и Екатерининской. Специально для пешеходов, которые постоянно смотрят в смартфон, в тротуар встроили так называемую светодиодную плитку. Ее элементы синхронизированы и меняют свой цвет параллельно с сигналом светофора. Как отмечают коммунальщики, такую идею подсмотрели у поляков. Однако саму плитку, которая не боится дождя и повреждений, изготовили в Украине. Это пилотный проект, который мы запускаем сейчас в первый раз. И если он действительно пойдет и понравится одесситам, мы будем продолжать дальше реализовывать его на территории нашего города. Таким образом, в центре города могут обновить еще несколько светофоров. Как отмечают в мэрии, стоимость одного перекрестка, оборудованного такой системой регулирования, составляет 103 тысячи гривен. На такие расходы городского бюджета одесситы реагируют по-разному. Не, ну идея крутая, но 103 тысячи гривен, это ну, 4 тысячи долларов, да, по-моему, получается. Это, ну, дороговато, да, наверное, для такого вот товарчика. Зачем платить зарплаты медикам? Лучше поставить эту штучку, которую все равно никто не заметит. 103 тысячи гривен. Нормально люди заработали, я так вам скажу.